Здравствуйте, дамы и господа! Приглашаем вас в Климовск, где уже по традиции много-много лет выступает и играет мини-футбол. Действующий чемпион страны по этому виду спорта – мини-футбольный клуб КПРФ. Прессинг дает о себе знать. Самарцы ошибаются. Лина дает передачу налево. И Асадов с левой бьет в ближний угол. Еще один стандарт в исполнении КПРФ. И великолепный гол Янара Асадова. 1-0. Видим мы улыбку сейчас Ромала. Мытищи за ЦСКА. Санасян. Хорошая передача. От Мурашова. И Володя все-таки решил не сближаться с Сайдером. Коммунистов. Супер ветераны. И казалось бы... Ой-ой-ой. Лин. Гол! 2-0. Игрок сборной России, а теперь игрок сборной Испании забивает сегодня за коммунистов. Браво, как здорово работает сегодня именно это. Вторая номинальная сегодня четверка. Ну, давайте смотреть, как будут разворачиваться события во втором тайме. Длинная передача от партнера, принимает мяч Ниязов. И бьет Родион Залалюдинов, вступает в ЧВ. Здесь самарцем длинный удар, и Нандо забивает. Пошел вперед Родион впервые в этой встрече и не успел вернуться. Казалось бы, терять нечего, но потеряли еще одну возможность забить сейчас футболисты самарцев. И сами получили гол в свои ворота. То сборная, то клуб. О, Лига Европы. Ох, как здорово здесь. Сергей Сергеев. Какие глаза у Сергея были еще несколько секунд назад. Крупным планом нам режиссер показал. И вот сейчас, я думаю, что у самарцев должен появиться в этом плане. Сейчас не ошибаюсь. Он самый возрастной игрок двух сегодняшних команд. И сейчас забивает. Забивает все-таки Павел Симаков. Забивает. Вот так вышел Сергей Сергеев. 2-1 на Паулиньо. Паулиньо в центр. Соколов, нужно бить. И попадает Павел! 4-1. Чуть ли не... По-моему, третья смена Павла Соколова сегодня. И забивает Павел. Хорошая, быстрая, молниеносная контратака Соколова. Паулиньо. Уходит от Пау и пробивает с носка здесь Ильнур. Мимо ворот. Дальше в розыгрыше 5-4. Гончаров забивает Лялин. Гончаров, хорошая передача на Алексея. Там Паулиньо не успел подстраховать капитана самарского Динамо. 4-2. Смотрим повтор. Долго разыгрывали. Затем Котляров на Гончарова. Да, и здесь не успевает Паулиньо. Мяч воротами. Нанда и Лин будет пробивать. Головой действует. Поздравляем мы команду КПРФ с победой. Болельщики стоя приветствуют своих любимых футболистов. 4-2 в пользу команды Бесо. Заица.